Дорогие друзья, я Андрес Анвельт, министр юстиции. И имею честь сообщить вам, что после того, как весной социал-демократы вошли в правительство, эстонское государство всерьез занялось решением социальных проблем, наших с вами повседневных забот. Всего за несколько месяцев мы успели сделать многое. Например, перевели 50 важнейших законов Эстонии на русский. С Нового года откроем портал бесплатной юридической помощи на русском языке. Если в марте на парламентских выборах вы поддержите социал-демократов, мы обещаем поднять зарплаты полицейских и создать государственный алиментный фонд в помощь родителям-одиночкам. Что до меня лично, то с Новым годом обещаю снова начать бегать по утрам. Чего и вам советую. С наступающим Новым годом вас! Эстония для всех. Социал-демократическая партия.